Здравствуйте, меня зовут Феликс Аброскин. Меня зовут Дима Соловьев. Я актер сериалов «Сыши Шоу» и «Суперкопа». И сегодня я буду заниматься делом государственной важности. Угадывать по фотографиям возраст прекрасных и не очень женщин. И не факт, что женщин. Женщина в ванной немножко оголенная. 22, наверное. Может, 23. Мне все равно. Я могу говорить любую цифру, и мне за это ничего не будет, да? Я думаю, что ей 32 года. 23. Меня бы за это посадили бы. У меня в ее возрасте такого не было. Ну, этой бабе 40, ребят. 40, но она просто очень хорошо затонирована, мастерски затонирована. Ну, там 40 пундель не меньше, отвечаю. Мулатка. Ну, вот этой я думаю, лет 25, наверное. 17? Прикольно. Как же она будет выглядеть в 40? Слушайте, вы сказали, что это статья вообще? О, вот это я знаю, я просто это видел в интернете. Ему 55, да, или 45. Девушка в бикини. Я предполагаю, что вот это уже где-то под 40. А! Попадание. Почти, да? 46, ну 45, 55 там уже дальше будет нормально. Так, блин, ну слушай, ну это одна и та же подборка. Это одна весовая категория. Серьезно, да? 47. Полтинник. Она. Ее можно спокойно загонять на какую-то ферму в Бортничек и давить. Это сложный вариант. Тут ей как бы и 16, может быть, и 55, да? Тим Фокс. Что она делает на этом канале? Ей же... 33. 32! Ни тебе, ни мне. 32. На 17? А почему так? Почему те, кому 55, выглядят на 16, а те, кому 16, выглядят на 35? Беда. Подписывайтесь на YouTube канал НЛО ТВ, ставьте лайки, там будет очень много интересного.